Смотри, ребята, я только что начал запись. Вот, смотрите, я вот сюда добрался, вот. Мне должны будут скоро позвонить, вот как я доберусь, там, по-моему, как я понял, есть датчик, и... Ой, вы это слышали? Кто это смеется? Блин, ребят, мне страшно. Нас выше ходил с Петри. Так. Ну, давайте сейчас зайдем. Стоп, ребят, мне звонят. Алло. Ты на месте? Да, я на месте, а что? Ну, ты должен научиться, как надевать костюм, чтобы заменить аниматроников. Но тут ты можешь только заменить Фредди и больше никого. Я говорил тебе то, что ты должен делать, а ты должен это делать, что я говорю. Ты понял? Ну, не совсем, сэр. Вы, наверное, не подумали о том, что будете говорить. Ну, позвони, когда будешь в ремонтной комнате. В комнате ремонта. Так можно ее назвать. Ну, окей, все, давай. Ребят, это... Ой, блин, что-то заболел немножко. Кстати, вот, смотрите, Петре Фредди Фазбер. Так. Как я тут работаю? Так. Давайте посмотреть. Так, Фредди маленький, $19. Медиум или средний, то есть Смел маленький, $19. Или 72 рубля, по-моему, умножьте на 19. Медиум, то есть средний, $30. Вот... Ой, блин, ну хочется жрать. Ну... Наибольшой, я не знаю, как там читается. Но он стоит вообще $50. Окей, сейчас давайте пойдемте. Так. Так, это что за кнопка? Я, ладно, проверим потом. Блин, аниматроники. Я боюсь, ребята, я их боюсь. А они же не двигаются, сейчас только 2 часа, не ночь, только 2 часа дня, фух, можно выдохнуть. И фокус, так, сейчас я скоро вернусь, мне надо просто в туалет, я-то учусь, окей, давайте, сейчас я приду. Ну, вот эта музыка, это просто включил, глупый мобизе. Так, простите за вот то, что я психанул, и то, что мне сейчас по другому номеру в доме звонили. Потом под моему вот этому iPhone 12X позвони. Я сейчас просто возьму креатив. И вообще, и тут вообще дверь запрусь, короче. Так. И начинаем звонить. Сейчас мы будем нашему боссу, который сказал нам, как бы так сказать, надеть вот этот костюм Фредди, который вы сейчас видите. Начинаем звонить. Алло.
Здравствуйте, босс, я нашел этот костюм. Ну, окей, надевай сначала, возьми голову, сними с Фредди и ведь вообще костюм его запасной. Так, я взял голову, да-да-да-да, и что мне дальше делать? Так, делай сначала, потом снимай нагрудник Фредди или торс, как хочешь, называй, ой, блин, уже путаюсь, но называй как хочешь, хотел сказать. Ну, и снимай потом ноги, если ты услышишь жесткое хохотание, то не беги. Такое случается в пиццерии. Ну да, босс, я все понял. Только что услышал. Пугает. Стой, стой, не бойся, не бойся. Тебе кажется страшно. Ну ладно, ты все снял? Нет, у меня ноги не получается снять. Окей, если ты креатив, зайди в него. Я включила камеру, я знаю, что ты ее снял для своих друзей, подписчиков. Ну да, друзья, сейчас я вернусь, какое? Босс, подожди немного, сейчас я скажу друзьям. Пусть подписчики или те, кто смотрит видео, пожалуйста, будьте на связи. Я вернусь, у вас будет это через секунду, а для меня это будет 8 минут. Окей, давайте. Алло, ты смог снять? Да, я взял скрутив и сделал, что это невозможно снять. Ну ладно, надевай сначала ноги. Так, надел. Потом надевай свою униформу будущую. Так, надел. Потом нагрудник. Или торс, называй как хочешь. И, наконец-таки, маску. Ну, и как ты себя чувствуешь? Чувствую себя как-то так. Ну ладно, ты должен сейчас пойти. Ну, только будь осторожнее. Если ты что-то увидишь... Что это был за звук? А да ничего, вот дверь не открылась, я ее решил ёпнуть. Ну ладно, от этого хуже не будет, потеряю всё. Но она заброшена. Кого ты видишь? А почему ты не отвечаешь? Алло? Алло? Просто же ты какую-то одну штуку убрали. Всю кнопку. Что делаешь? Иди туда, иди. Ребята, я лучше отклоню этот вызов. Так, давайте пойдем. Так, мне уже это место не нравится. Ребята. Ой-ой. 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 Надо бы лучше. Нет, я сначала осмотрюсь. Твоих. Ой-ой-ой-ой! Страшно как! А? Стопэ, это что за стопэ? А, это что за башка? Так, давайте посмотрим там вдалеке. Нет, ребята, меня закрыли. Давайте снимем маску. Давайте тогда нагрудник. И торс. Получал лицо. Может, подойду посмотрю. Топ. Может, еще раз я надену костюм Бонни. Так. Они мне сказали, что они... Ай! Ай, больно! Нет, прямо в сердце. Случайно выпинул. Ай, ладно. Кто-нибудь спасите!
И всем здорово опять, ребятки. Если вы хотите больше серий по ФНАФу, то пишите комментарии, ставьте огромные ваши большущие лайки. И не забывайте про подписку на канал. А с вами был я, Гамбл, или Антон, называйте как хотите. Всем пока. До свидания, до новых встреч. Это была первая серия по ФНАФу. И всем пока, подписывайтесь, стоп, я забыл, подписывайтесь, сказать, нового трека на Адми, на Нептуна и на FNAF Play. Это очень прикольные каналы. Ну, еще не забывайте, стоп, если я нового трек сказал, то сразу подпишитесь, у него много подписчиков. И еще на, ну, еще на меня. Всем пока!